же агрессивно. Вот так живут люди в Портленде. Это китайский городок такой. Вот палаточка. Пахнет жареным, еще китайский этот магазин работает. Целый городок. Снимать, говорю, без него решения. Thank you.
сказала, революционная после выборов в США. Какое-то такое, знаете, ощущается затишье перед бурей. Не зря заколоченные окна даже у полицейских. А на улицах очень много агрессивно настроенных людей, которые проживают прямо на улицах, в палатках. И какое-то ощущение такое, знаете, вот чувство... слева полиция. Чувство небезопасности. Полиция. Чувство небезопасности, это права. Заколочено. Это один из полицейских участков. Внутри все замуровано, все двери снаружи. Сетка эта вся эта. Да. К сожалению. Вот это тоже, это, по-моему, суд. Тоже все замуровано. Да. Так, поставлю тебе опять на... Если раньше как-то можно было прогуляться вечером, иногда город все равно как-то кипел, то сейчас всем, весь малый бизнес загнулся, остались только какие-то большие. Маленькие семейные кафешки почему-то закрываются. Сегодня 13 января 2021 года. Днем хорошо было, солнышко, мы гуляли. Вот, и вот заехали вечером по делам попу. И приезжаем в Даунтон. Ну, как-то не очень, не очень. Thank you.